КАИБы – новое слово в избирательных технологиях. Новинку представила в четверг областная избирательная комиссия в администрации Центрального округа города Курска. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Новые технологии совсем не грязные. Наоборот, комплексы обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КАИБы, должны сделать процесс подсчета голосов более прозрачным, а его результаты абсолютно достоверными. Обработка избирательных бюллетеней, подсчет голосов автоматически, значит, исключает, конечно, человеческий фактор, это наличие ошибок, и, естественно, по времени это сокращает вот такой подсчет во времени. Специальные бланки и особые печати. Система безопасности не пропустит ни испорченных, ни поддельных бюллетеней. В обращении они очень просты, в случае чего избиратели могут воспользоваться подсказкой. Избиратель точно так же проставит отметку в любом квадрате и опустит избирательный бюллетень в сканирующее устройство. Обратите внимание, у нас есть монитор, да? И когда мы опускаем избирательный бюллетень в сканирующее устройство, он его принимает, идет информация «ждите», и теперь мы уже видим на мониторе цифру 2, то есть наш бюллетень обработан. С помощью таких комплексов будут голосовать на 150 избирательных участках. 120 установят в Курске, 10 в Курчатове, еще 20 в Курском районе. В перспективе избирательные комиссии планируют полностью перейти на автоматизированный подсчет голосов. Валерия Галкина, Сергей Дорохов, телеканал «7».